Гена Нарад Магадани. Меня забрали сразу от мамани. Быстро сдали в детский дом, 10 лет я прожил в нем и удрал гулять в чужом кармане. Быстро сдали в детский дом, 10 лет я прожил в нем и удрал гулять в чужом кармане. Как-то раз по городу бреду, думал, кошелек сейчас найду. А навстречу мусора, крик кругом, держи вора, тут и я попался на беду. А навстречу мусора, крик кругом, держи вора, тут и я попался на беду. Забрали меня снова в детский дом, моя маманя прачкой пашет в нем. Отсидела, не забыла, с сыном жить она решила, будем воровать тогда вдвоем. Отсидела, не забыла, с сыном жить она решила, будем воровать тогда вдвоем. Вот она свобода, благодать, окликает лохом моя мать. Я ж нечаянно в кармане выгребаю его мани, если лох не хочет сам отдать. Я ж нечаянно в кармане выгребаю его мани, если лох не хочет сам отдать. Мы с мамкой набили, сядем в самолет и всем привет. Улетим на материк, Магадан, прощай, старик, мне всего от роду 10 лет. Улетим на материк, Магадан, прощай, старик, мне всего от роду 10 лет. Родился я на нарах Магадане, меня забрали сразу от мамани. Помню старый детский дом, 10 лет я прожил в нем и удрал гулять в чужом кармане. Помню старый детский дом, 10 лет я прожил в нем и удрал гулять в чужом кармане.